2016 может стать самым жарким за всю историю человечества. Об этом уже заявили ученые из Великобритании. За первые полгода была побита целая серия температурных рекордов. И все это из-за выброса парниковых газов. Например, на днях в Кувейте зафиксировали самую высокую температуру на Земле за всю историю наблюдений. Аж плюс 54 градуса. Представить сложно, насколько это жарко. Но чтобы сомнений в том, что это действительно чудовищное пекло, у вас не осталось, предоставляю вам видео подтверждение. В Кувейте, к слову, даже бензин в баках закипел. شفت كيف؟ شفت كيف؟ شايف الموتور. В России тоже первые 6 месяцев этого года стали самыми теплыми за последние 35 лет. Об этом говорят в Росгидромете. Действительно, с учеными сложно спорить. Зима в Центральном федеральном округе завершилась рано. Оттепели, проливные дожди, наоборот, начались рано в январе. Лето тоже выдалось знойным. Хотя жара и сменяется дождливыми днями, и кажется, что достаточно прохладно. Рекорды все-таки температурные были побиты уже не раз. А сегодня и в ближайшие дни жители столицы вообще будут наблюдать дым, похожую на легкий туман. Это тоже последствия жары. Аэросинаптические условия действительно будут благоприятствовать накоплению вредных примесей в атмосфере столицы. Соответственно, все это будет накапливаться в подинверсионных так называемых слоях. Поэтому, конечно, ситуация в плане экологии в мегаполисе будет достаточно сложной. Если говорить о планете в целом, температура на суше и в океане превышает норму на 1 градус. На самом деле это очень много. И вполне реален прогноз, что лет через 30 мы увидим Арктику безо льда. Вот такая цена глобального потепления. Что касается арктического льда, да, по существующим прогнозам, по моделям, действительно, где-то через несколько десятилетий лед сойдет. Но не надо думать, что сойдет лед во всей Арктике, в частности, на Северном полюсе. Речь идет о, в первую очередь, прибрежной зоне, где, собственно говоря, и предполагается и транспорт, и развитие инфраструктуры.